вот здесь кисточку там не моем, не промакиваем, только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца, взяла розовый, взяла голубой, получился фиолетовый. Есть у нас намеки на фиолетовый? Есть. Взяла меньше белил, больше цветнил. Получился более темный цвет. Прибавила коричневый, получился более глухой цвет. Более сложный цвет, да, такой, вот такой, как мы его там и видим. Итак, то в пользу одного, то в пользу другого, то в пользу третьего, в зависимости от обстоятельств. Набрать фоновое пятно. Цветки тебя пока не интересуют. Ты набираешь вот эту по высоте рябь текучего характера, раздавая темные и светлые пятна там, где они находятся. Помнишь, да? Два вот этих синий, розовый дают фиолетовый, плюс коричневый будет глуховатый цвет. Да? Вот она. Давай в таком духе. Вот такие какие-то. Вот такие. Глуховатые. Светлые наоборот. Ребристые. Берешь коричневый. Берешь розовый. Берешь голубой. Опять их же. Нет, это голубой, а это синий. И мощнее. Нет, это темнее и мощнее, чем ультрамарин. И вот эти темноты, там, где они есть, глухо, смотри, глухое пятно, уложишь вот эти глухие. Алло. Давай. Глухие. Я сегодня занят. Возьмешь некоторый намек на зеленцу, все это уже без разжижений, подпустишь штрихом, смотри, штрих, как бы чиркательно по холсту, напустишь зеленотики. Легкие намеки на зеленый. Сейчас много будет вот этого штриха. Цветочечки. Возьмешь сиреневизну. Хорошо. Очень приблизительную. Хорошо. И на месте цветка создашь мутное, рыхлое пятно. Хорошо. Которое потом будет наполняться уже другим мастихином, мелким мастихином. Я с ним поеду, когда он поедет. Немножко с желтотой, немножко с розовиночкой. Будет наполняться содержанием такого характера. Угу, уже более плотным. Вот штучки, как их называют. Да, если не поздно. Это уже потом, да? Мы сейчас сначала делаем пятна. Да, да. Их уже заполнять. Да. Причем, смотри, вот есть характер укладки рыхлый. Рыхлый. Конечно, рыхлый вот такой. Полный. Чиркательный. А есть характер укладки? Ладно. Кроющий. Да. Кроющий. Ты должна будешь сочетать одно с другим. Предварительно вот так рыхло штриховать. Ну, смотри, еле касаюсь. А потом более плотно укладочку вот этих листиков. Но и они тоже будут слегка кое-где превращаться в некий дым. То есть вот такая будет конструкция маловнятная. Похожим образом густоты посадишь здесь и тоже подштрихуешь их. Вот, смотри, нигде не жму. Плашмя мастихином подштриховываю, появляется какая-то организация пространства. Правда? Ну давай, чередуешь крупные вещи вот этим, крупным, мелкие вещи вот этим. Мне уже можно цветы делать. Да, в том числе. Темного не произошло. Значит, там, где у нас глухо, значит, краски, особенно когда ты видишь, что я близко, должны появиться на палитре. А не ждать, что они откуда-то свалятся. Я вот как раз хотела узнать, где их найти. Ну, трудно догадаться, я думаю. Так без пол-литра. То есть этих пятен должна произойти. Без нее не будет звучать вот эта рыхлость. Вкусно. Синий, вкусно? Коричневый, синий. Вкусно? Вот здесь.
вот такие места вкусные, если получается беречь, вкусно, да? Да. Чего жалко? Вкусно. Глухость. Глухость, глухость. Вот она еще глухость. То есть есть как бы каркас этих черных пятен в картине. Целый каркас. Вот я только возвращаю эти глухие пятна, и картина приобретает звучание. Да? То это был набор звуков, а теперь это что-то художественное, да, формируется. Кроме чистых белил существуют всякие цветики и прочее, правда? Существуют цветики. То есть не доводим до такой скучности белил. Понимаешь, скульптор. Вот эта скульптурность письма, если ее освоить, то жизнь будет прекрасной. Потому что именно она в художественном смысле потрясающая. Угу. Это красиво. Иногда, если какой-то моментик не такой, как там, но звучит, лучше его оставить, потому что мы не можем повторить все вкусные моменты его. Мы должны облокотить в этом хаосе и на свои вкусные моменты. Нет. Вплоть до того, что частично пальцем вот такие мутноты. То есть помогаем пальцем кое-где. И даже вот такую соплю краски ставим кое-где. Вот аж такое что-то. Значит, синичку не забывай с розовиночкой. Они подыграют очень красиво в теневых местах. Ты видишь, сейчас вот я в тень укладываю синюшечку, и звучит цвет. Но тень у нас более мутная, разбитая. Она всегда, как правило, мутная, разбитая. А свет выразительнее, да? Опять же, не пытайся все звуки повторить. Старайся свои создать красивые, потому что повторить в таком ключе почти невозможно. Щупай, двигай, сбривай, снова накладывай, пока что-то свое съедобное не произойдет. Ну и тем более, что когда оно произойдет, оно не будет точным повтором. И уже, вот смотри, какая здесь и в цвете богато глубоко. Там намек на виднеющийся цветок, который только чуть-чуть виднеется. Тут намек на зелень. И смазанность. Ты понимаешь? Я нечаянно сделал, потом думаю, ох, класс. Угу. То есть это было нечаянное. То есть это в пылу драки произошло. Но надо успевать заметить, не получилось ли чего красивого. Вот эти
Ты же видела, как я там поступал? И сбрил. И даже воспользовался чуть-чуть этой густотой, чтобы вот... Потому что, может быть, сбрить... Ну, теневые они не хотят быть густыми. Да? А световые... Огромное глухое пятно. И это вкусно. Немножко, художник, ну ты не доглядела, сиреневости. Я тебе намекнул на них, но ты, увы, ничего сиреневого не создала. Не создала. Ты согласна, с сиреневым лучше? Так, ну а если бы ты еще позаботилась, чтобы у тебя на палитре были белила? Вот этот предмет напоминает огурец или что-то еще неуместное в этом контексте. Ты согласна? Ты услышала мысль? Неуместное в этом контексте. Оно напоминает не то, что мы рисуем. Поэтому, если такое произошло, разобьем, чтобы от огурца ни следа не осталось. Пустоватое пятно, пустоватое, то есть не всюду напряжение создаем. Вот это один за другим мазочки, постарайся их больше никогда так не делать, потому что они ничего красивого не создают. Смотри, я сбил вот этот шаг, который сразу видно, как это было сделано. Уж очень все закруглились. Все одинаково закруглились. А там есть, например, такой парень. И это чуть обогащает ситуацию в этом месте. Ищу красивую конфигурацию вот этого мазка. Не потому, что я знаю, что я делаю. Я ищу красивую конфигурацию. Попытаться полностью повторить то, что у него, почти невозможно, потому что это все очень на хулиганском уровне было сделано. То есть сильно большая импровизация. Но попыточку какую-то осуществил. Темноту все-таки недооценила. Причем многократно недооценила темноту. Каркас вот этот темный. Темный каркас картины. Он настолько часто в живописи встречается, идея темного каркаса картины, что надо один раз навсегда запомнить это слово. Само слово запомнить. Темный каркас картины. Бывает еще и светлый каркас, но чаще темный. Просто запомнить, чтобы когда ты видишь эти глухие темные места, чтобы понимать, что подразумевалось. Подразумевался темный каркас картины. Мутности, чередуемые с немутностями, вызывают интерес. Когда все натыкано-натыкано, не вызывает интерес. Вызывает интерес? Как будто бы здесь что-то прописано. То есть мутность, и вдруг как будто бы что-то прописано, сразу вызывает интерес. Очень много исчезло мутного напрасно. То есть бегай слишком активной выписки. Посмотри, я не просто загогулину сделал, да? Я станцевал эту загогулину. Танцевал. То есть иногда стоит себе взять формат и чуть-чуть постоять просто в каше краски, потанцевать, потренировать танцевание. Прикольно, да? Как бы вязко стало, да? И удается на грани цветков
подбрасывать некое содержание. То есть, как будто бы, да, картина упала, смотри, хорошо, смотри, как будто бы картина упала, ее в траву вытерли и поставили, понимаю, да? Я понимаю, то есть, именно вот это мне и понравилось. Естественно, здесь другому интересу к этой картине не может и быть другого интереса. Смотри, смотри, рубленый характер приходит в картину. Чуть-чуть рубленый. Мозаичные намеки на мозаику. Не мозаика в полном смысле слова, но намеки на нее. Согласно, появилось мозаичное звучание. Это отвлекухи какие-то, отвлекухи. Но они звучат весело. Прикольно, да? Раз нам этот цвет понравился, мы его еще где-нибудь задействуем. Значит, теперь можно в каком-нибудь таком месте сделать красивую загогулину росписи. Значит, возвращаем, и выцарапываешь. Ну, желательно что-нибудь такое росписное. Хорошо? Спасибо.